Приветствую всех на канале Мир Приколов Геймс. На связи Александр Приколист, и мы продолжаем выживать в игрушке Don't Starve. Переход из кораблекрушения в царство гигантов. Ну, у нас зима, я так понимаю, наверное, скоро закончится, так как циклоп олень к нам приходил, мы его убили. Помогли нам, очень сильно помогли в этом деле лобстеры. Блин, они его хорошо отвлекали. Ну и били, видимо, толпой. Там я не знаю, сколько я приманил, наверное, штук 6. Правда, у меня рюкзак куда-то пропал. Ну, я эту запись записываю сразу, сразу же после предыдущей. Поэтому пока не смотрел, куда он там пропал. То ли он его сломал, то ли я просто его не вижу. Но на карте его не видно. Так, ну, правда, мы немножко с ума сходим. Так, нагреться мы нагрелись. У нас по-прежнему нету дерева. Свинок можно было приманить, конечно, чтобы с ними порубить все это дело. Ну ладно, сейчас я все-таки пойду посмотрю на Макбивня, но это уже к утру, наверное. Сейчас мы добежим до базы, как раз опять погреемся. Черт, топор сломался. О, у нас золото есть. Да, давайте золотой сделаем. Так, светильник, да, у меня есть. Отлично, все, побежали. Добежим до базы, там еще немножко погреемся и пойдем убьем Макбивня. И, наверное, исследуем территорию, которая у нас наверху так и не открыта. Может быть, там и сидит этот долбанный попугай, чтобы сделать переход на острова. Честно говоря, немножко соскучился, там тепло, а тут холодно. Хотя, там, наверное, тоже весна начнется. Не знаю. Здесь весна, но в планах, конечно, весной... Так, это рассудок понижает, нет, грибочек. Ладно, фиг с ним, пускай пока растет. Так, как у нас тут? База целая. О, заберем, пока нет никого. Так, нифига не видно. Наверное, я использую вот это топливо. Вот это топливо. Так, что нам еще скинуть нужно? Золото. Где бегут? Блин, кыш отсюда. Черт. Вон пошла. Блин, две руки. Так, одну убрали. А вторая сейчас немножко потушит у нас там. Пошла отсюда. Как вы достали? Блин, медленно бегу. А, рюкзак. Блин, не, рюкзак у меня обычный. Я вот так подумал, что у меня рюкзак хороший. Так, это дело в холодильник. Мы потом грядки посадим. Сейчас все равно расти не будет, зима. Посадим все это дело. Так, вот это нужно сушить, повеситься. Повесить, сушить. Почему-то это не растет, нифига. Кофе у нас не растет. Так, кремень есть, трава есть, в принципе, на костер есть. Это у меня, чтобы замораживать этого. Макбивня. Вот это дело заправим ближе к лету, а то потом забуду. Хотя, он там еще гломер навалит. Все, пошли, нагрето, отлично. Рассудок ничем я не поднял. Ладно, сейчас мы, правда, броню оденем. Вон он уже бегает. Так, заморозили. Так, убили. Одну собаку убили. Так, вторую убили. И этого нужно убивать. Последний, я так понимаю. Да черт ты, блин, не выпал с него это как... Кусочек мяса выпал, и опять дротик выпал, все, блин. Последний, кстати, был товарищ. Ну, наверное, мы пособираем цветочки, пока будем бегать сейчас. Кстати, вот яйца есть, а... Кстати, здесь, я так чувствую это как... Убили, наверное, птичку.
Пойдемте. Яйца есть, а птенцы не вылупляются. Странно как-то. О, золото валяется. Кстати, здесь я забыл об этом. Соберем золото тоже. Вот это можно скушать. Это тоже можно скушать. Мясо монстра давно валяется. Цветочки. Пособираем обычные цветочки. Рассудок, я думаю, пополним. Да и, в принципе, уже не так страшно. Сейчас весна. Но тут карта тоже заканчивается. У нас еще есть кусочек карты необследованный, который я видел. Ну, я туда пробраться не знаю как. Вот где у нас тут? Вот здесь вот. То есть проходов с этой стороны нигде нет. Такое ощущение, что какая-то из червоточин туда ведет. То есть это просто как ну, островок такой. Бывает иногда. Так генерируется. Сюда мы можем пробраться еще одним макаром. Это если сделать жезл ленивого исследователя. Что-то в этом роде, по-моему. Делается он в руинах. По-моему, из трости. Нам нужна трость и что-то там еще. По-моему, тулицит и какой-то из драгоценных камней. Он, то есть с помощью него мы можем переноситься на какое-то расстояние, на видимое. То есть вот такая вот фигня. Но это в руинах нужно все делать и попробовать туда перепрыгнуть, как вариант. Так, что-то как-то темно. Слишком стало. Замерзать мы не замерзаем. Собираю цветочки, кстати, рассудок уже. Так, нормально, поднимаем потихонечку. Ну и как раз здоровье до конца восполнять будем. Грибочек зелененький. Нужно открыть до конца. Где-то на берегу сидит этот. Ну, Воли, по-моему, зовут его. Попугай, который нас встречает в кораблекрушении. А тут он сидит именно на разрушенной лодке. И вот нужно ее доломать. Конечно, этому попугаю можно давать там какие-то вещички различные, которые вылавливаются в море. Я их почему-то не вижу нифига. Ни разу еще не видел. Ящики, там удочка, их нужно вылавливать. Я их ни разу еще не видел. О, офигеть, Честер нашел. Блин, столько тут уже бегаю, он, оказывается, здесь был. Ну, нашли, тоже прикольно. Место нам не помешает лишнее. И, по-моему, все, бежал, нет никаких намеков. Ни на попугая. Здесь я исследовал, здесь я исследовал. Здесь кусочек, по-моему, тоже я исследовал. Здесь тоже все открыто, здесь... Блин, он может вообще тупо вот здесь вот сидеть. И вот здесь кусочек не исследован. Блин, и вот какая-то территория, я не знаю, может маленький островок, может он, блин, вообще вот такой громадный. Чтобы туда пробраться, нужно... Ой, нужно очень постараться. Это нужно именно делать вот этот посох. Либо поискать где-то червоточина, блин. А где она? Черт его знает. Нам все равно в ту сторону нужно бежать, потому что... Кстати, хижина еще целая. Ну, не, зима заканчивается. Мне кажется, еще разок он не появится. Хотя, кто его знает? Может и появится. Дудошки. Не выпрыгивают вроде. Просто подросли. Сейчас гнездо, кстати, наверное, сделаю скоро. Так. Мясо сюда. Мясо портится. Дрова, ладно, давайте такие закинем. Это дело мы съедим. Это дело мы пожарим. Нужно сходить к Бифалу. И, блин, кофе у меня скоро испортится. Блин, а новое почему-то не растет. Ну, сейчас, наверное, начнет расти.
Нам нужно наделать грядок. Навоз я весь, по-моему, спалил. Нужно все равно к бифу идти и собирать навоз. Да, навоз я вообще, по-моему, весь сжег. Так, вот это выкладываем, это выкладываем, это выкладываем. Это куда-нибудь сюда поставим, блин. Куда-нибудь сюда поставим. Лед нам особо не нужен. Лед у меня лежит еще с прошлого года. Вот грибочек можно сделать. Что-нибудь покушать. Вот мясо съедим, а как раз рассудок пополним. Можно, конечно, сделать спальник, но... Блин, не хочу. Спальник. Так, питаю, портится, начинает. Каску. Хочу все-таки сделать каску. Потому что с ней удобней. Так. Раз. Светлячок. И да, шапка. Шапка вот такая вот. Соломенная шляпа. Делаем еще одну каску. Я уже запутался, сколько я их делал. Дротики пока собираем. Я не знаю, потом пригодятся кого-нибудь убивать. Так, это нам пока не нужно. Топор пускай. Это сюда куда-нибудь поставим. Только выключим. Так. Блин, дрова. Свиней! Свиней можно нанять, нарубить дрова. Но, блин, тоже не до них. У нас есть честер. По идее, в него можно все это дело собирать. Шапку возьмем с собой. Вдруг там у бифла начался сезон. Светлячков нужно еще. Блин, сачок. Может, успею поймать хотя бы несколько светлячков. Тут много их было. Опа. Один есть. Черт. Береза мешает. Второй есть. Побежали. Вроде не сильно холодает, но... Я не знаю, вообще, может, не холодает пока. А где честер? А, бежит. Бежит, просто медленно бежит. Пошли к бифула. Плюс, наверное, исследуем территорию, которую мы не исследовали. Мясо монстра я с собой не брал. В магазине товар поменялся? Нет. Нет. Осталось все то же самое. Мясо монстра, да, я не брал. Ладно, фиксим. Можно было бы свиней приучить. О, энт ходит. Это... Я тут их будил. Энтов... ну, пускай пока ходит. Мне кажется, энты тоже растут. По-моему, он побольше стал, чем был. Он был маленький. Так, и... Правильно я бегу или нет? Нет, не совсем. Вот сюда вот. Бифулы, правда, могут, мне кажется, нападать на честера. Будут нападать, мне кажется. Сейчас посмотрим. Ну, зима еще не прекратилась. Снег растаял, но зима еще не прошла. Так, мэрмы. Судя по кроликам, зима еще не прошла. Соберем сейчас побольше травы. Соберем... Да, блин, нужно на грядке много травы. Ну, блин, все, началось. Начало таять, блин. Пингвины, да, пропали. Смотрите, сколько яиц. Офигеть. Мне жалко их оставлять. Ну, намокнем, не страшно. Не сильно страшно, здоровья полно. Пойдемте собирать какашки. Нет у них никакого этого периода размножения. Кстати, они, по-моему, все уже обросли. Которых я брил, либо я не тех брил. Собираем навоз. Давайте, ребята, поактивней.
Ну, на нас они по-любому не будут нападать, мы в шапке, но не видно, что у них период размножения. Так, где-то еще были. Где-то были еще. О, молния, кстати, по мне бы шарахнул сейчас молния. Рассудок, правда, просяет. Зато мы будем быстро бегать. Так. Кстати, вот тут тоже я до конца не открыл. Берега нужно пробежаться обязательно. О, пауки. Пауки здесь. Давайте, кстати, поубиваем их немного. Так. А паутинка нам нужна. Давай, давай, давай. Паутинка нам нужна. Сделать еще одну. Блин, замерзаем. Слушай, собаки бегут опять. Ну, в этот раз нам придется. Давайте к этим пойдем. Они сейчас быстренько их убьют. Где тут бифала? Мне кажется, я замерзаю из-за того, что тупо это у меня. Ну, во-первых, намокание, во-вторых, камень остыл. Так, все, прибежали. Опа, прям на нее бегу, а. Так, давайте, сейчас они на бифлы, я думаю, отвлекутся. Хотя, если одна отвлекется, то будет месилово. Пока не отвлекаются. О, вон, там уже, я смотрю, одну убили собаку. Ох ты, нифига себе! Все замороженные. Всех заморозили, офигеть. Так. Давайте поможем. Замесили. Замесили, блин, мокрый, конечно, я. Так, что там? Я не вижу, что... Они стоят такие все еще, смотрят. Что-то вы мало обосрались, ребята. Ладно. Так, ну, собираю все. Дождик прекратился, сейчас, может, просохнем. Хотя, блин, я от костра ушел. Навоз. На две грядки есть, но нужно чем-то еще удобрять. Где-то здесь еще были. На грядке нужно много травы. На грядке нужен навоз. На грядке нужен еще будет... Этот, как его? Камни. Немножко камней. Мне кажется, где-то здесь еще были бифла. Блин, столько следов этих подозрительных кучек этих. Ну, блин, скорее всего, опять варг будет, а не куалслон. Опа, да ладно. Черт. Так, делаем тогда вот это. Подожгем кустик. Подожгем кустик. Постоим около него. По-моему, мы немножко нагреваемся. Около него. Да, чуть-чуть нагрелись. Правда, опять быстро остываю. Ну, я думаю, до утра протянем. Нету, дрова закончились, блин. Блин. Нужно еще много какашек. Нужно много еще какашек, блин. Вот так побегаю, пока факел все равно светит. Черт. Мне кажется, камень меня перегревает уже. Это камень холодный стал. Из-за этого я замерзаю, мне кажется.
Бежали так. Пока факел есть. Сейчас как-нибудь ночью перекантуемся. Опа. Хотя вот деревья есть. О, кстати. Светлячки. Деревья вот есть. Блин, думал, что за фигня. Давай. Бей, 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 бей. Мне одно бревно нужно всего. Наверное, яйца пожрем. Как раз из еды у меня только яйца. Они все равно испортятся. Давайте поедим их. Блин! Что-то мигнуло прям так это. Я думал, молнией в меня шарахнул. Блин, только что я высох, блин. Не знаю, шапку это одену. Так, едим. Здоровье нам, правда, это не восполняет, но здоровье у нас нормально все равно. Все равно много здоровья еще, поэтому побежали. Побежали дальше исследовать. Смотреть, что тут и как. Может быть, я что-то пропустил. Вот тут небольшой кусочек. Ну, все там, Макби в ней точно не будет. Это 100% их не будет. Это мы последнего убивали. Так, я не знаю, цветочки. Блин, дикие пчелы. Одичавшие. Кстати, как раз из таких пчел пчеломину можно делать. Вроде бы как бы. Ну все, я здесь все открыл. Нету тут нифига. Ничего. Где эта лодка? Черт его знает. Вот, ну подозрение, что вот на том островке как раз. О, червоточина. И скорее всего она ведет туда. Ну-ка. Да. Да, я был прав. То есть, смотрите, вот она червоточина. И переносит здесь такой небольшой островочек. И здесь пауки, я знаю, есть. Ну и пойдемте исследовать тогда, что тут еще есть. Помимо. Ну, здоровье мы вот будем восполнять сейчас с рассудком. Так, свинья здесь одна живет. Ну, тут маленький островок. И, блин, ничего тут нету. Тут пауки, я это знал. И... черт подери. И все. Вот бывают вот такие островки. И все. Пауки, одна свинья. Могила есть. О, маленький островок. Черт, а где сидит попугай тогда, а? Где... попугай. Здесь мог не увидеть. Здесь, мне кажется, все равно я проходил по краю. Попугай, он на краю всегда сидел. Я уже все, бегал, где он? Блин. Где там могила, далеко? Могила, конечно, да, блин, неудачно расположена. Давайте лопату сделаем. Попробуем копнуть. Башмак. Все, пошли отсюда. Башмак это как раз тоже вылавливаются такие башмаки. Так, уходим отсюда. Ну его нафиг, пауков сейчас повыползает. Все, последний червоточина. Нашли мы этот проход. Оказывается, он все-таки тут был. Черт, зачем ты выкопал? Замерзать мы не замерзнем, наверное. Я, по крайней мере, надеюсь на это. Так, цветочки жрем, здоровье падает, нужно уже шапку одевать. Так, я не знаю, это просто съем. Ну не, замерзнуть мы не должны. Так, ну,
Блин. Я даже не знаю. Вот здесь немножко не исследовано. Давайте на всякий случай откроем. Ну, блин. Я сомневаюсь, что тут. Так, лопата в руках мне не нужна. Поедание морковок здоровья не прибавляет. Здесь пруды. И здесь пруды, больше здесь нифига ничего нету. Так. И то один пруд разве? Да, один пруд. Все, здесь. Ну и пчел дофигища. Что-то как-то странно. Блин, мне вот не нравится, что в мире не появилось каких-то там, к примеру, зимних ловушек там. Летней ловушки нет, она в пустыне обычно. То есть таких вот не появилось прикольных генераций. Хотя, может, я их пропустил, они где-то прям находятся. В кусочках, которые я не открыл. Может быть и такое. Блин, где молния? Дождик идет, а молнии нету. Ну, по крайней мере, мы здоровье возвращаем вот таким вот образом. Так, так, так. Собираем цветочки. Пополняем рассудок и немножко здоровья. То, что тратится как раз из-за того, что мы мокрые. Пойдем обратно к этим. К бифлу. Нам нужен навоз. Так, а где они были-то? А, выше. Черт, я опять замерзаю, а дерева у меня нету. Ну, замерзаю из-за того, что мокрый, блин. Мокрый, а сейчас еще не так тепло. Давайте срубим дерево еще одно. Так, так, одеваем это, где лопата? Капаем это и погнали, пока не замерзли. Сейчас подойдем к бифлу. Где-то там у них еще должно быть... Да не копай. Какули. Какули, вот они. Ставим костер. Я не знаю, эта шапка, по-моему, нифига не, от намокания не помогает. Не, лопату выкинь, выкинь из рук лопату. Где у вас тут навоз? Я его не вижу, но где-то должен быть. Вас же много, вы не насрали разве? Черт. Нет, не насрали. Так, едим это. Давайте нагреемся, так мы хоть немножко, может, просохнем. Навоз 14 штучек мало. Это всего две грядки, хотя можно делать грядки, по-моему, более дешевые. Вот такие вот. На них нужно меньше всего. Но на них как раз семена выращивать. Мы это будем выращивать семена питая. Поэтому там 100% на них вырастет. А вот на такой вот грядке, которую получше я делал, на ней оно может само вырасти. На обычных нет. То есть сделаем, наверное, обычной грядке. Блин, че так мало навоза? Где-то и здесь еще. Так вот. Так, навоз. Навоз. Так, отлично. Вы чего? Я в шапке, блин. Черт, 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 черт. Нифига они меня продамажили. Я же в шапке бифола, блин. Вы чего? Все у них красножопие началось, но видно, я-то стоял у них, они отреагировали на меня в тот момент, когда я еще без шапки был. Но сейчас не должны напасть. Блин, если убьют, это, конечно.
Не, не нападают. Блин, долбаные бифлы, чуть не убили. Блин. Вон они на этого реагируют, а на меня нет. Черт. Черт, как, блин. Их много, они нападут, сейчас разберут Честера, блин. Убегаем, а то сейчас они его разберут. Черт, здоровье, пополнял. Все, 20 навоз хватит. Сделаем грядки 3. Нам даже одной или двух хватит вполне. Две грядки сделаем, остальным будем удобрять. Черт, блин. Вы смотрите, сколько просадили они мне здоровья. Так, сейчас пробежим мимо магазина опять. Короля свиней, дадим ему башмак. Я надеюсь, он нам за него даст золото. И это. Черт, здоровье-то тратится из-за того, что я мокрый еще. Чем пополнить? Грибы. Синие грибы. Листочки. Черт подери. Блин. Наверх. Наверх. Нам нужно высохнуть. Сейчас, может, тупо из-за того, что я намокший, блин, можем сдохнуть. Сейчас домой дойдем. Черт, где башмак? На. Давай, о, много золота дал. Так. Тут что у нас? Быстрее смотри. Так. О. О. Черт. Шестеренки хочу. Так, давайте навоз выкинем. Вон навоз, где было много. Золота не хватает. Черт, бежим. Сейчас золото возьмем там у дома. Бежим. Нам нужно шапку одеть и это. Чтобы мы больше не намокали, высохнуть. А навоза сколько я нахапал? Ух ты, ё-моё. Я золото все потратил, походу. Там шестеренки есть, нужно купить будет. 50 здоровья. Ну, нормально, сейчас до дома добежим. Ой, замерзаем опять. Да какого... Ну, блин, из-за того, что холодно. Давай, быстрее. Беги, блин. Где моя шапка? Черт. Одеваем. Так, складываем навоз. Навозом можно потопить. Немножко нарастает. Ух ты, сколько... Бегал навоз, столько времени собирал. По идее, можно было в магазине его купить и все. А, 162 клыка. Блин, ловушек можно наделать в море. Так, чем можно полечиться? Кофе не растет. Можно вот этим полечиться. Сделать себе пирог. И с помощью него полечиться. Кофе испортится скоро, блин. Мне нужно, чтобы еще одно кофе выросло. Нет, это мне не нужно. Мне нужно, чтобы еще одно кофе выросло, блин. Может попробовать, может удобрять его нужно этим, пеплом еще? Нет, не хочет, чтобы я его удобрял. А кофе не дает. У меня сейчас испортится кофе, блин. Почему-то оно не росло. Шестеренки есть, ну... А, у меня дома шестеренки были. Ну ладно. Так, шапку можно выкладывать, эту, наверное, уже. Так, вот пирог. Посмотрите показатели сейчас. Меня рассудок интересует именно. Рассудок 139 и здоровье 40. Рассудок всего на пятерочку, а здоровье на 40. Ну, так неплохо. Давайте, наверное, еще один сделаем. А из остальных сейчас 7. Сейчас все равно насажаем много. Так, остальное попугая. Ой, этому. Не попугая, а птички. Так, у нас 7 штук мы можем посадить. Так, у нас еще мясо есть сушеное. Тоже здоровье неплохо пополняет. По-моему, по 20-очке. И рассудок. Рассудок, по-моему, на 15.
Да, 15 рассудок и, по-моему, 20 здоровья. Так, кофе портится, блин. Ладно, не страшно. Так, пирог. Так, у меня не хватает только дерева, по-моему, на грядке, да? Дерева не хватает. Черт. Я не знаю, спальник сделать. Спальник здоровье не пополняет, поэтому, блин, неохота. Ну ладно, в принципе, грядками мы займемся уже в следующей серии. То есть семечки есть, насадим кучу питая, куча навоза у нас есть. И будем жрать пироги, питая, блин. И как раз, наверное... Да, может, в следующей серии как раз и отправимся в руины опять. У нас будет куча хилок. Ну, пирогами будем хилиться. Меда. Можно, конечно, сделать еще бинты попробовать. Но, не, наверное, сделаю кучу пирогов и отправлюсь в руины. Все. Увидимся в следующей серии. Всем пока-пока. Если понравилось видео, ставьте пальчики вверх, пишите комменты, рассказывайте друзьям, это поможет развитию канала. Ну и если вы хотите узнавать о новых видео самыми первыми, подписывайтесь на канал Мир Приколов Геймс.